Правительство Республики Молдова на инвестиции Европейского Союза закупило 30 машин модели Dacia Duster для улучшения работы полиции. Транспортные средства были распределены между территориальными оперативными группами инспектората полиции. На Флорежский район пришлось 6 новеньких авто. Важно, что эти транспортные средства предоставлены не только как для полицейских, но предоставлены служить обществу, служить гражданам. Для того, чтобы оказать качественные услуги, чтобы в случае необходимости как можно быстрее реагировать на все звонки граждан. Майор Виарел Албу стал одним из тех, кто получил ключи от новой полицейской машины. Он уверен, что это не последние средства, вложенные в инспекторат Флорежского района. Это, конечно, важный момент, так как полученные машины давно ожидались. Поэтому в действительности мы сможем быстрее реагировать на требования граждан. На покупку 6 полицейских автомобилей и их полное оборудование только для Флорежского района было затрачено около 1 700 000 леев. Событие, на котором мы присутствуем, это еще один шаг в сторону реализации запланированных пунктов. А точнее, в сторону создания условий, минимально необходимых для работы инспекторатов полиции. Это гордость для города Флорежд, потому что в этот красивый день были доставлены полицейские машины инспекторату полиции района Флорежд. Мы горды тем, что у нас есть такая поддержка со стороны правительства. Как вы думаете, полицейские смогут быстрее приезжать на таких машинах? Не знаю, возможно, и будут. Современные автомобили оборудованы всем необходимым – мигалками и сиренами, GPS-навигаторами, аптечками для оказания первой медицинской помощи, огнетушителями, конусами и светоотражающей лентой. По словам начальника инспектората полиции, и в будущем ожидаются инвестиции, направленные на развитие региональных инспекторатов. Это поможет привести работу полиции Молдовы в соответствии с европейскими стандартами.